Мечты юных нижегородцев продолжают сбываться благодаря акции «Елка желаний». Сбылась и мечта юного Левы Шитова. В новогодние праздники он вместе с семьей побывал в Великом Устюге. А сегодня вся семья Шитовых пришла поблагодарить лично заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина за такой подарок. Прием продлился около часа и получился очень радушным. А что подарил тебе Дед Мороз? Сундук. С чем? Сладостями. Сладостями. А где ты его съел? Дома. Дома. А с кем поделился? С мамой. Дарья Кульбакина. Время новостей.